На скамью подсудимых молодых людей привел интерес к истории. Молодой человек договорился с кузнецом в апреле 2016 года об изготовлении дульнозарядного огнестрельного оружия. Они смогли сделать 8 ружей. Кроме того, незаконно изготовили метательное взрывчатое вещество, самодельный дымный порох. Задержали их, когда они попытались заработать на опасном увлечении. Нашли покупателей для ружей. Он и сообщил об изобретателях в правоохранительные органы. Надо отметить, что федеральным законом об оружии установлено, производство оружия осуществляется только юридическими лицами, имеющими лицензию. В ходе судебного заседания подсудимые признали свою вину, раскаялись в содеянном и способствовали расследованию преступления. Это было учтено в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. Суд пришел к выводу, что исправление осужденных возможно без реальной изоляции их от общества. Молодым людям назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком и дополнительное наказание в виде штрафа. Незаконно изготовленное огнестрельное оружие суд постановил уничтожить. Денис Леева, телекомпания «Город».